Уж много лет была в порабощении, у князя тьмы страдалица земля. Но в плане Божьем было искупление от иго рабства, от греха и зла. И своего единственного сына Бог посылает в мир спасти людей, избрав себе народ для воплощения по разуму и мудрости своей. Родился так же, как все дети малые. Став человеком, он пришел к своим, и ликовало небо, пели ангелы о радости большой, вещая в мир. Но плохо приняла земля-избранница Мессию, обетованного ей, и на соломе жесткой, словно странника, приветила она царя царей. Пришел к своим, они же сном беспечности, спалив ту ночь, не слыша хор небес. Открыл он путь им в небо, к светлой вечности, они ж глаза закрыли для чудес. Принес он людям мир, благоволение, они ж съесли его, стремясь убить, в сердцах своих носили озлобление, и не имел он где главу склонить. Пришел к своим, ища любовь ответную, неся им исцеление и покой, они ж на смерть, на муки крестные из зависти приговорили злой. Пришел к своим, они ж его не приняли. Так в Слове Божием читаем мы. Давайте же, друзья, себя проверим мы, как принимаем его я и ты. Аминь.